Сегодня услышал вердикт в свой адрес экс-директор баскетбольного клуба «Цмоки Минск» Константина Шереверю. Суд Московского района столицы приговорил к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание бывший топ-менеджер будет в колонии усиленного режима. Также ему будет запрещено занимать определенные должности 5 лет. Суд признал экс-директора клуба виновным в хищении средств в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Уголовное дело в отношении экс-директора клуба было возбуждено по материалам ГУВД Минска. В апреле 2014 года прокурор выдал санкцию на его арест. С того момента Константин Шереверя находился под стражей. Этот период времени суд постановил зачесть в срок наказания. То есть Константин Николаевич сам еще не знает, будет ли обжаловать приговор. Вы все были в зале, видели, что выглядит хорошо, бодренький, верит в справедливость, вот, и надеется, конечно, на лучшее. Суд оправдал Шереверю по одному из эпизодов обвинения, который был квалифицирован на основании статьи о злоупотреблении служебными полномочиями. Но в резолютивной части приговора, которую зачитал судья, не сообщалось, в чем был оправдан бывший топ-менеджер баскетбольного клуба.